Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. В сегодняшней нашей очень маленькой рубричке, в которой я буду отвечать на один вопрос или рассказывать о каком-то одном факте. Итак, сегодня я вам расскажу о том, что такое и почему на лодках называют левую сторону и правую сторону порт и старборд. Откуда пошла эта традиция? Порт, как вы понимаете, это часть судна, которая швартовалась в порт. Старборд – это та часть судна, правый борт, на котором было такое специальное рулящее весло – steering board, то есть стирборд. Та часть судна, на которой есть весло для того, чтобы его зарулить боком к пирсу. Поэтому старборд, steering board, steering port, steering side – это правая часть, на которой заруливали. И левая часть — это порт, которая заходила в порт, и с нее шли все швартовые на берег. Друзья, выпуск подошел к концу. Проверьте, подписаны ли вы на наш канал, поставили ли вы лайки. И не бойтесь, комментируем, задаем вопросы, спрашиваем, что еще вы хотите интересного и нового узнать. До встречи через несколько дней. Пока!